Гарка в России собрана 51 метр. Мы идем по Рязанскому лесопарку. Отлично, байдарка идет снова. Длина такой байдарки 51 метр. Это всероссийский рекорд. В первый заплыв по Рязанскому лесопарку ею управляло 35 человек. Точнее, практически в половину меньше. Весла были у каждого второго. Причина – большая скорость. Курсового сопротивления она не имеет, не говоря уж о том, чтобы в поворот вписаться. Приходилось инструктору слезать с байдарки и поворачивать ее. А создал такую байдарку Александр Морозов. 3 года назад он разработал свою байдарку под названием «Старт». И как только создали центральный отсек, то сразу же появилось желание собрать самую большую байдарку. Не было понимания, где это сделать, в каких условиях, потому что либо на оке, но там течение, либо там на пре, но там повороты постоянные. А здесь это было буквально там, в понедельник. У меня сошлись звезды, я понял, что можно это сделать в лесопарке, тем более мы там организовывали прокат и сплавы по лесопарку. И плюс еще фестиваль, все совпало, и приняли решение, что надо делать. Поэтического названия байдарки не придумали. Одноместная называется «Старт», двухместная – «Старт-2». Соответственно, это «Старт-35», потому что собрана она из 35 модулей. У нас есть носовой кормовой модуль, вот они такие остренькие, из них собирается двухместная байдарка. А чтобы собрать трехместную, четырехместную, 35-местную, вот используются вот такие вот модули, они как раз это обитаемый отсек, туда садится один человек, и плюс еще помещаются вещи, соединяются вот такими вот крепежами. 3 крепежа идут, соответственно, с одной стороны и с другой стороны. Байдарка очень прочная получается. Первая цель выполнена. Байдарка попала в Книгу рекордов России. Следующая цель – Книга рекордов Гиннесса. Пока рекорд принадлежит шведам – 100 метров. Побить его планируют в августе-сентябре на московском гребном мероприятии. Там Александр Морозов представит 150-метровую байдарку. Чтобы наверняка.